Короче, всем привет, с вами, как обычно, Гусидзе. Я посмотрел истории Стёпы Гришина, это тот самый инстаграм которого... Вот. И у него истории, короче, они там с Костей Козловым и Горшком, я думаю, вы его знаете, который Антон Горшков, который ёбнутый. Вот. Короче, они катаются в центре. Мы наконец-то им дозвонились и сейчас поедем к ним. Прикол в том, что Костя Козлов, он жестко не котирует YouTube всю эту хуйню. Я ему не сказал, что мы будем снимать. Вот, короче, посмотрим на его реакцию. Я надеюсь, он жестко не загрится из-за этого. Мы не могли еще очень долго выехать. Сегодня будний день, среда. Мы не могли долго выехать, потому что я не мог до них дозвониться. А когда Костя выходил на связь, он выходил только на переписке в Инстаграме, он писал такой, типа... ну я скоро уеду, и такой, я спрашиваю, а можно приехать? И он тупо игнорит. Короче, он явно дал понять, что он не хочет, чтобы вы приезжали, но мы все равно приедем. Кстати, я забыл спросить, у каждого же ютубера есть свое фирменное привет. У Антош Прот это, например, там, привет девочке. Я, короче, так постоял, подумал, первое, что пришло в голову, это «Привет, мать жива?» Как вам представляет, как вам приветствие? Если нравится, напишите в комменты, мы будем так вас всегда приветствовать. Всем спасибо, что смотрите наше видео, мы на вас зарабатываем. Даже без этого, без подключения монетизации зарабатываем. Ну вы поняли. Короче, чуваки, сейчас флешбэк на истории с 2020 года лета. Они сейчас будут вот... Сразу. А, нет, даже так не отпустишь. Отпусти самокат. Запиши до 15. Мудила, блядь, обоссанная нахуй. Чуваки, смотрите, у меня личная охрана. Пиздец, да? Клево. Стоит, короче, меньше, чем метр расстояния, я ему говорю, бля, чтобы отошел, он не отходит что-то. Будет пранк, он, короче, следит за мной, чтобы я не катался на самокате, смотрите, что я сейчас буду делать. Бля, пацан, не катайся, тебе же сказали, не катайся. Не надо, пожалуйста, меня трогать. Пойдем в полицию. Какую полицию? Это тот самый чувак, блядь. Да ну! Да, я ему говорю, я тебя помню, блядь. Сейчас будет пранковый два. Нельзя кататься. Нельзя? Конечно, нельзя в метрополитене кататься. Все, не катаемся. Не катаемся? Написано правило. А, правило? Конечно. Есть правила, да, метро? Есть правила метрополитена. Да. Ваш канал отстой, если что, как и вы. Подписывайтесь на канал. Короче, мы приехали, нам остается доехать до спота, где они находятся. Вот. На самом деле, мне немножко страшно, что Костя сейчас развуёбывается жестко. Ну ладно, посмотрим, что будет. Повыебываются нам контент зато. Я почему-то думаю, что они все пить хотят. Я думаю, купить бутылку воды сейчас за их. Их подкупить водой. Чувак. А это мальчику подойдут? У меня просто есть один злиться на меня, нет? Всем тем, кто пишет комментарии и подписывается на канал. От чистого сердца. Наш вариант. Хотя я думаю, чтобы Костя Козлов не обижался, я думаю, ему что-то вот из такого надо купить. Но, к сожалению, у меня нет денег. Всем спасибо, что смотрите наше видео, мы на вас зарабатываем. Всем привет! Это наше последнее видео. Нас кинул Костя Козлов со своими друзьями. Мы приехали на спот. И никто не пришел на спот. Мы договаривались встретиться здесь. И в итоге их нету. Я не знаю, что делать. Ребят, хотите номер спалю Кости Козлова? Готово? Раз, два, три. Блять, ну я один единственный двор знаю, сейчас мы туда приедем. Давай. О, Валя, ты шо? Здорово! Здорово, блядь. А ты снимаешь? Вот я бабку делал. А,
Ебать там народу. Ебать там народу, нахуй. Ой! Он не злится, охуеть. А я только что говорил, сука, он, наверное, будет так же. Дамьян, такой Серёг сделал. Я, привет. Бро. Подписчики, идите нахуй. Его инстаграм. Здорово. Пацаны, я всем буду. Привет. Мы такой контент пропустили, чувак, там тёлка выёбывалась, мужик, это типа пиздец был. У меня кадр, где он просто, я мусору. Короче, ждите все профайлы, которые спродюсировал Костя Козлов в этом году, это будет все пизда. Там пиздец, там пиздец. Мой профайл не продюсирует Костя Козлов, поэтому он получится классный. Я потом покажу. Я думал, я сейчас приеду, ты будешь хуесосить. А, кстати, там тупик. Снимаем, давай камеру, давай, камеру. Приехали на спот, челики говорят, уже полиция едет, уезжаем. И название видео, Костя Козлов убегает от полиции. Мой инстаграм, камеру вырубай нахуй. Курить нельзя. Моя нахуй. Я не шучу, очень мало. Курение вредит вашему здоровью, если вам особенно 12 лет. А ты к метро поедешь? Я домой, да. Да мне в шоп надо ехать. Покажите спот гонять Янчику там. Я в шоп. Ой, пока. Подписчики идут нахуй. На шок, поехали? Кликбейт сделаешь? Все. Горшок, давай ты так же. А? Контент ты сделал. Бля, лети бабки, давай уже. Смотри. Это все за деньги. Смотри, говорю. The fuck you doing here, nigga? Бля, ты мне пиши, я отвечу, давай. Все, давайте, чуваки, пока. Ебать мой контент. Лапу сразу. Не-не-не, отсюда туда и туда. Это легко. Вроде хуйня. Просто Аля непривычная фигура, типа, блядь. Айспик по всей. Давай, как некуда сделать. А куда Степа уебал? А, вон. Когда-то на был райфер, через 2 секунды его выгонят. Это нам по всеми известно. А это он нам контент, короче, дает. А, сейчас кто-то охрана выйдет, побежим туда. Вот. Бля, чувак, я надеюсь, ты очень хорошо снял, где Костя показывал жопу. Чувак, идеально. Все, мы этот поставим, короче, там, где сбоку такая хуйня, туда это поставим. Окей. А мне еще горшок показал волосы на писюне. Да ну? Да. Сука, как будто в мир животных приехали. Соколики В2, блядь. Охрана. Слышите, Дамир, здесь вам здесь делать нечего, для этого есть площадочки специальные, да? Вот. А мы стритер. Привет. Здрасте. Будьте добры, пожалуйста, здесь кататься запрещено, ребята. Да, вообще никак. Можно какой-нибудь денежку небольшую. Зачем? Типа там тысяч. Зачем вы мне такие предлагаете? Нет. 1050. Денежки не берем. Ребята, в общем... Плитка рушится, потом мы за это отвечаем. Будьте добры, пожалуйста, здесь не катайтесь. А у вас есть ли горшокер? Конечно. Блин, там на точно ходит, конечно. Все, до свидания. До свидания. Доброго дня. Блядь, доброго дня, кто так говорит вообще? Это так, на украинском. Он, по-моему, он решил дропать, блядь. Сейчас, чё, охрана? Это обязательно снимай прямо. Прям вот там вот, там, вот там вот. Есть, он просто катается. Так, я два хуй, блядь, стю. Это Game of School, да, ваш был тут? Да, 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 именно. Пизда. Здравствуйте, какой у вас инстаграм? Найс. Ого, а что, так можно было? Если он с первой не делает, то пидорас. Пидорас. Охуеть! Мне ханов надо побольше. Там, такое место. Мой инстаграм вот здесь. Ебать! Если ты уважаешь своих родителей, любишь свою сестру и не хочешь, чтобы Елисея отъебали 5 качей в жопу, то мой инстаграм...
Елисей, как поступать? Я думаю, либо просто это вырезать, либо все равно замазать его инстаграм. Блять, Стёпа, блять. Всем привет. Пока Трой занят, снимает Елисея Зубенко, я сниму пранки от Степана Гришина. Набираем в рот воды. И мочим шкурку Троя, пока он не видит. Эта рубрика называется «Пранки от Стёпы». Покажи. Флэт? Покажи вид, да. Бля, Стёп, ты уёбок! Добрал почти. Иди ты на... Что он мне сказал? Он мне говорит, сейчас будет серия пранков на второй таинстве. Серия пранков? Зато шкурку почистил, бля, чём? Делай там квотеры вон эти виды. Да? Да. Снимай. Может, снимай, Тро. Давай я. Нет. Поцеловаться поймал. Считается, я ебал. Бля, я не понимаю, как вы меня находите всегда? Я катаюсь, снимай себе профайл спокойно, вы приезжаете, да начинаете... Если бы мы не приехали, ты сейчас бы один здесь остался. Начинается какая-то хуйня. Стёпа, какой у тебя инстаграм? Все, короче, Гусидзе теперь мой. Елисей Зубенко. Нахуй отсюда. Пойдем, Трой. Это видео подошло к концу. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Ставьте колокольчики такие, чтобы звенели, чтобы предупреждали вас о новых видео этого вот, вот этого урода. Вот. А еще обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Пизду. Всем пока. Видео закончилось, долбоёб. Долбоёб. Чё ты смотришь на меня? Я ничего сказать нового не смогу тебе. Вон туда покажи, вон чувакам сними. Не, а если серьезно, то такое вот небольшое видео получилось, короче. Сори, не знаем, что там, весело, не весело, вроде угарно. Короче, блядь, всем спасибо за просмотр, как обычно. Очень надеемся на вашу поддержку. Лайк, подписка, если вы новый на канале. Вот. Комментарии не забывайте писать. Всех очень люблю. Пока. Привет.